Алексей Русских ознакомился с работой предприятия ОАО «Полоцкстекловолокно», которое является одним из ведущих производителей стекловолокна и продукции на его основе. О процессах изготовления и ассортименте главе региона рассказал генеральный директор. Ну, в принципе, можно выделить у нас из основных вот, конструкционные материалы. В принципе, как мы почитали, композитная отрасль для вашего региона, она такая, скажем, развитая достаточно, одна из передовых, я так понимаю. На форуме глава региона выступил с докладом о развитии сотрудничества Ульяновской области с Республикой Беларусь, которая является одним из основных торговых партнеров региона, регулярно занимая лидирующие места по объемам товарооборота. Внешнеторговый оборот в этом году вырос на 57% по сравнению с первым кварталом 2023 года, а экспорт подрос на 39%. Сотрудничество Ульяновской области с регионами Республики Беларусь развивается по целому ряду направлений. Большой оборот набирает наше взаимодействие с такими предприятиями, как Минский горизонт, как Минский интеграл. Объемы отгрузок с этих предприятий на предприятия электронной промышленности Ульяновского региона уже превышает 1 000 000 000 рублей. Кроме того, глава региона встретился с председателем Минского городского исполнительного комитета и председателем Гомельского областного исполнительного комитета. Стороны обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов, промышленные кооперации между предприятиями, проекты в сфере патриотического воспитания и туризма. Юлия Адамова, Улправда ТВ.